Боже, милости будь ко мне грешнику. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Невозможно сосчитать грехи мои, прости меня грешного и помилуй. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока. Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия. Истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, сила честного же творящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благо человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, и Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Так, сейчас Игнатова подключу. Христос посреди нас. Есть и будет. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем должнику всякому нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Давай, Оля, читай. Так что письма бы припадает в закон Твоим благий и ангел-спуститель в душе святитель. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитву Богородицы, помилуй нас, слава Отцу и Святому Духу. Постелия сна Ты поднял меня, Господи, ум мой посвяти, сердце я пыл самой. Чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Ныне присно и во веки веков. Аминь. Внезапно придет сияние каждого обнаружу, что так страхи воспит меня в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Свят, свят, свят Ты, Боже. Не надо свят, свят, свят. Разделяй немножко. Там запятые. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Так после сна благодарю Тебя, Святая Троица, что по велике Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, не прекратил жизни моей и беззаконие мое, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня лежащую без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить власть Твою. И теперь, святи мои мысли, открыл уста мои, мне получается слово Твоему,
возревать заповеди Твои, исполнять волю Твою, прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Тише имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки вечные. Аминь. Стоите, поклонимся Царю нашему Богу. Стоите, поклонимся Христу, Царю нашему Богу, и припадем к стопам Его. Прийти поклоним саму Христу, Царю и Богу нашему, и припадем к стопам Его. Брат Сергей, псалмы будешь читать? Я готов. Какое именно? 32-й, 33-й. И видео включи только. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господи, правом прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятины псалтыри, пойте Ему песнь, новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа утверждены и сотворены небеса, духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилище. Да боится Господа вся земля, да трепещет пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Свет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их, не спасет множеством воинства, и исполина не защитит великая сила, не надежен путь для спасения, не избавит великую силу своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом, и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращает взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищего звал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Слышите и видите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любить и долгоденствие, чтобы увидеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. На лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные,
и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Много как скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. И избавит Господь души рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не сделал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя святая воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить имя Твое, Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давайте по очереди. Оля, потом Сергей по одной. Так после сна я в полночь приношу тебе спаси петь, и припадаю к стопам твоим, восклицаю тебе, не дай мне уснуть для полной смерти, но сжалься надо мной и добровольно растяжешься. Скоро подними меня беспечно лежащую, спаси меня, стоящую пред тобой на молитве, и после сна ночного пошли меня в смерти, грешившись с тобой, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к тебе и по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в царство твое вечное, ибо ты мой Творец и Источник и Податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите поклониться Цареве нашему Богу. Нет, Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец его сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Содержитель, Боже бесплотной силы всякой плоти, на высотах живущие и озирающие долы земные, испытывающие сердца и внутренние чувства, и сокровенные люди, знающие ясно, безначальный вечный свет, у которого нет изменений и не тени перемены, сам бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, на настоящее время ночи, оскверных уст Тебе приносим, и прости нам согрешения наши, телом и словом и мыслью, сознательно и по неведению, совершенные нами. И очисти нас от всякой скверной плоти и духа, делай нас храмами Святого Твоего Духа, и даруй нам с бодростью сердцем и крестным разумом всю ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия светлого дня, явление единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, когда Он в чуде всех придет на землю, со славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не падшими, пленившимися, но бодрствующими, поднявшимися при исполнении заповедей Его и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертов Своего славы, где празднующих глаз непрестанный и невыразимое наслаждение созерцающих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий все, и Тебе воспевать все творение во веки веков. Аминь. Аминь. Оля. Святый ангел, поставленный быть в бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешную, не оступи от меня за невоздержанность мою, и дай возможность Богу демонить,
Очмей меня в смерть и обладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня от спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбила тебя во все дни жизни моей, и если я чем-то грешила в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения Царства, чтобы я не прогневать Бога никаких грехов, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Твоем и соделал меня рабом, достойным Твоей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Сергий, Ольга, Елена, Галина, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева Радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила из душ наших. Спаси, Господи, и помилуй всех наследие Твое, победа православным христианам над иноплеменными даруя, и крестом Твоих сохраняет Твой народ. Спаси, Господи, помилуй отца нашего духовного Игнатия, священного Иоакима, и всех православных христиан и молящихся во имя Твое. И прости нам, Господи, наши согрешения, вольные и невольные. И помяни, Господи, во Царстве Твоем. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души собственных рабов Твоих, от века почивших, и прости всякое согрешение, вольное и невольное, ибо нет человека, который бы живя на земле, не согрешил. И дай нам, Господи, вечную память и вечную покой. Аллилуйя. Аллилуйя. Достойно есть, яко воинственно вложить Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения и Серафиме, без исследования Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Молитва о детях. Господи, наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия душевного и телесного, успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей
и от всяких нечестивых и беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и сотворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, и просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты – источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Поклоны. Давай. Ну тоже по одному. 10 поклонов Оля, 10 Сергей, 10 я. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Абба, Отче, услыши молитвы наши, помилуй, прости меня грешную, тайные и явные, в уме помышления во дни и ночи, во все дни жизни, великие и малые мои грехи прости, и соблазн, который я подала тебе. И я падала и вставала, Господи, но благодарю тебя, что никогда не давал мне отчаяться в спасении. Слава тебе, это помощь Духа твоего Святого и молитва святых, хвала тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, который даровал мне веру свою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, который дал мне свою святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая Владычица, наша Богородица, Пресвятая Дева Мария и Матерь Христа Бога нашего, благодарю Тебя за то, что Ты в скорби, в печалях и естественных обстоятельствах сохраняла нас от поношения, постравления, поругания, отступничества и измены. Пресвятая Богородица, покрови самохором Твоей любви. Слава Тебе, Господи, за Пресвятую Деву Марию, Дивную Заступницу и усердную заступницу рода христианского, нас по успению своим не оставляющую. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который надаровал Святую Библию и указал толкование святых отцов. Исполни Духом Пророческим Церковь Твою Святую, дабы день до прихода и наше отшествие не застало с неготовыми, но чтобы мы шли мы Тебе навстречу с горячими светильниками истинной веры и с сосудами, полными веры добрых дел, садила Духе Святом с любовью. Святые ангелы и архангели, Михаиле, Гаврииле, Урииле, Селафииле, Увидииле, Варафииле, Еремииле, Херувимы и Серафимы, престолы, господство, начало, власти, силы, молите Бога о нас. Святой ангел, хранитель мой святой, благодарю Тебя за то, что Ты в души сохраняешь нас от нечистой силы, от опасности, в транспорте, повсюду. Не оставь меня, ангел мой, хранитель, в тот день, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи по лекарствам, страшным и непонятным, и введи в навеки Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Святые пророк Иоанне Предтечи, Пресвятой Предтечи Иоанне Господне, Креститель Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить в подражании Иоанну Крестителю, в посте и молитве, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, не роптать, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но искать прежде Царствие Божие и правды Его, не бояться начальствующих и правителей грозных, но и обличать, и устать к верности Богу. Аллилуйя! Господи,
святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. И тоже, Господи, нам жажду исследования Святого Писания, ибо через него мы думаем иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о Тебе. Святые праведные мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Челосов, Косма и Дамиан, Ирод Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Андрей Стратилат, 40 мучеников, Пантелеймон, Георгий, царь Николай, Святое Царское Семейство, Борис и Глеб, Вениамин Владимир, молите Бога о нас, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Продолжайте. Господи, будь милостив нам грешным, помилуй нас грешным. Святые праведные учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний Феодосий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Николай Японский, молите Бога о нас, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Мария Магдалина, Мария Египетская, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Нина, Тамара, Елена, Константина, Елена, Татьяна, Ольга, Ирина, Перепетуя, Прескила и Акила, Андроник и Юня, и Устина, молите Бога о нас. И даруй, Господи, нашим женам и девам послушание, молчание, целомудрие, стыдливость и огради их от всяческого поругания. Аллилуйя! Господи, посети болящих рабов Твоих, Игнатия, и всех православных христиан Ты их знаешь. Укрепи их душевной и телесной силой, дабы никто не отошел от Тебя в печали и унынии. И даруй, Господи, всем нам исцеление, как угодно Тебе. Аллилуйя! Господи, поныне во Царстве Твоем, Отца нашего и Духовного Игнатия, Супчина Рима Якима, и всех молящихся во благо ближним нашим, спаси их, Господи, сохрани и помилуй. И огради, Господи, Твоих учеников, чад Твоих Божьих, в дни скорби и печали, от искушений, от начертания Антихриста. Аллилуйя! Господи, воззри на врагов наших и запрети им, да не исполнится ни одно их желание. И тоже, Господи, покаяние, как угодно Тебе, и в судный день не помяни их безумие, если угодно Тебе, примири их с нами. Аллилуйя! Господи, упокой души усопших рабов Твоих, Ты их знаешь, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное, ибо нет человека, который бы жил на земле не согрешил. И даром, Господи, вечную память и вечный покой. Господи, спаси, сохрани и помилуй всех, кому мы возвестили Слово Твое, и не спаси у них Твои милости небесные и земные. Аллилуйя! Боже, благослови наше селение и избавь его от землетрясений, от наводнений, от пожаров, от стихийных бедствий. И благослови охраняющих его, полицейских, пожарных и врачей. И защити, Господи, наши жилища от воров, от нечистой силы и пожаров. И приумножь наше достояние для свершения богоугодных дел. Аллилуйя! Господи, спаси сердец патриархов, епископов, священников, диаконов и всех Твоих служителей. Дай им рождение свыше, побуди их на благовестие Христового Евангелия, Царствия Божие и соблюдение канонов Церкви. Аллилуйя! Аминь! Господи, научи нас трудиться с радостью и помоги открыть и приумножить дарованные Тобой таланты и пошли нам
твоих наставников, помощников и советников. Аллилуйя! Господи, благодарю Тебя за тот день, который Ты даровал Святую Библию и указал толкование святых отцов на пророков, которые Духом Святым привлекли и сохранили для нас Твои откровения. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за Голгофскую жертву, за пречистую кровь, пролитую на кресте, во оставление наших грехов и надежду на жизнь вечную. Аллилуйя! Господи, наведи страх Твой святой на власти и воинство, да познают они, что Ты Царь царствующих и Господь господствующих, дабы принимали они угодные Тебе законы и слышали воздыхание верующих людей. Аллилуйя! Господи, даруй мир Израилю, Украине, России, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это доброе и мирное время, дабы жили мы тихо, спокойно, во всяком благочестии и чистоте. И огради, Господи, от покушений руководителей государств и правительств Владимира, Александра, Дональда, Эрдогана, Рамзана и всех начальствующих. Аллилуйя. Господи, аминь. Прими нашу молитву и воздение рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом Твоей благодати, и соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о благе нашем, и прими нашу молитву о всех заповедавших молиться о них. Говори, Господи, Владыка, неба и земли, слушай и да слышит раб Твой. Аминь. 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 Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, и у нас еще ночь в Донецке. Аллилуйя.